В Ульяновской области в Сенгелеевском районе открылась очередная экологическая тропа. Ее протяженность составляет более 1,5 километров. На протяжении всего пути можно встретить различных животных, следы их жизни, а также более 20 видов птиц. Национальный парк «Сенгелеевские горы» является эталоном лесостепных ландшафтов Ульяновской области. В нем обитает до 1000 видов беспозвоночных животных, более 200 видов позвоночных животных, а также произрастает более 700 видов растений. В 2019 году была открыта первая экотропа по следам сурка. Данная тропа является местом обитания целого ряда редких видов насекомых и животных, занесенных в Красную книгу. Вторая экологическая тропа «Шиловская лесостепь» проходит через памятник природы «Шиловскую шишку», одну из самых высоких точек области и национального парка «Сенгелеевские горы». Путь проходит через сосновые, широколиственные и смешанные леса. Маршрут начинается в долине ручья и доходит до верхней точки холма «Шиловская шишка». Здесь характерные лесные виды птиц. Вот прямо здесь мы сейчас с вами слышим лесного конька, зяблика. По тропе можем познакомиться еще. Но я думаю, за экскурсию видов 20-30 только птиц мы можем увидеть. Плюс несколько видов животных. Но, правда, животные у нас в основном ночные виды. Они все скрытные. Но следы их пребывания здесь тоже встретить можно. На протяжении всей тропы установлены информационные стенды с изображением и описанием животных. Кого встретишь на тропе, зависит от сезона и времени суток. Так, например, для того, чтобы увидеть больше птиц, необходимо идти утром, ведь они более активны в ранние часы. В национальном парке есть услуга экскурсовода для всех желающих, а для любителей кемпинга есть отличная возможность поставить палатку в живописном месте. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.